Известно, что если хочешь чему-то научиться, нужно найти хорошего учителя. И я вот считаю, что мне повезло, что я нашла Сергея, и он меня учит. Занятия проходят всегда легко, непринужденно, и мне нравится стиль его обучения. Он легкий и почти незаметно все же настойчивый. И это, конечно, дает свои результаты, потому что старание становится научиться еще больше, и желание постичь, что такое музыка, оно приходит само собой.